Сразу 5 автомобилей повреждены вследствие аварии на углу улиц Святослава Рихтера и Туристской. Там же стражи порядка задержали нетрезвого водителя, который спровоцировал ДТП и предлагал патрульным взятку, чтобы избежать ответственности. Днем 8 августа патрульные получили вызов о ДТП. На месте происшествия инспекторы увидели 5 поврежденных автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших. У главного виновника были очевидные признаки алкогольного опьянения. 24-летний водитель автомобиля «Мазда» сразу предложил стражам порядка решить вопрос за немалую сумму денег без оформления административных материалов. Гражданин не отрицал, что употреблял алкоголь, а также несколько раз выпивал во время оформления материалов, но, пытаясь избежать ответственности, оправдывал свои действия проблемами в личной жизни. После неоднократных предупреждений об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды полисмену и объяснений, что весь разговор фиксируется на видеокамеру, инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для фиксации противозаконных действий со стороны водителя. Патрульные составили на гражданина 3 административных протокола. По статье 130 «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения». Статье 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств». И 130 частью 4 «Употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия Кодекса Украины об административных правонарушениях». Дальнейшее общение смельчака состоится уже со следователем.